Да нет, что втроем-то? Чуть там Надо. грязно пойдем. Надо, надо. Ты что? Потомки должны знать. И, кстати, я ее таки включил, так что курим, ругаемся матом и все такое прочее. Окай. Говорим бодрым, веселым голосом. Мы бодры, веселы. Ура! Ура! Вешайся. Три надо говорить бодрее, а веселы веселее. Бобры. Так. Начать игру со... Да, да, нажми готов уже. А, извиняюсь. Извините. Да, пока. Может, Марочка подключится, не подключится, один раз оборону сыграем, потом компанию какую-нибудь пойдем. О, моя оборона. Ля-л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 я. Блин, они бы в конце обороны хотя бы писали, сколько за это количество волн самолетов успел свалить. А то так думаешь каждый раз, улетел кто не улетел, или они до сих пор там на таможне мозга компасируют. Не знаю, вот, кстати, непонятно. Представляешь, да, там зомби-апокалипсис, волны, толпа беженцев и таможня стоит. Так, давайте, давайте. Да, нет, без... Кто документы забыл? Мы не можем вас купить набор. Да-да-да. У вас нет паспорта. И что ж, у вас паспорт надкушен прямо над печатью. Мне плевать, укус мешает сканированию. Уходите. Не надо тыкать в меня вашим обрезом. Да. Вот, кстати, всегда было интересно, хоть бы одна игра про зомби-апокалипсис попыталась осветить, так сказать, ситуацию с морскими военными силами. Всеми этими плавучими базами, кораблями и так далее. Ведь фактически один такой заряженный кораблик вполне в состоянии зачистить от зомбаков довольно большую территорию. Ну... В японской компании там они как раз в конце уходят, типа на кораблях плывут, кстати, на Камчатку, что характерно. На Курилы, надо было написать. На Курилы. Кого вы на Курилы? Ну то, что они сваливают на Курильские острова, у японцев же это прям вот эта тема-тема. Ну да. Кирилл. Ау. Точно все окна закрыли, вообще холодно? Ну вроде да. Не холодно вроде. Ой, Кир, ты в этом вопросе вообще не авторитет. Тебе везде не холодно. Мы на одном месте. Катане тоже не авторитет. Ей наоборот всюду холодно. Да, на одном, наверное. Во-первых, вдвоем будет сложнее, втроем разделяться, чем вчетвером. Ну да. В одиночку на соседней стоять смысла нет. Да. Че, у нас два дробовика в итоге? Печально. Ну, может быть, потом оружие третьего тира прикупить. А ладно. Я одну решетку. Я, могу... Я сзади одну решетку я могу поставил. Ага. Я тогда здесь постою, вот на этом входе, чтобы они не лезли. Сзади. Итак, играют Двент 007, Скиргус, Тирастиль и Хиродзи. Потому что этот самый Хиродзи нас кинул. Хиродзи, полный Хиродзи. Это кто сказал фаза протектас? Кто у нас помолился так? Интересно. Хиродзи, наверное. Хиродзи? Думаешь, он умеет? Хотя может и священник, кстати говоря. А кто у нас священник? Я. А, ты за священник. Ты за бородача играешь? Бородач. Да, он мне нравится, он прикольный. Ну да. Офигеть, долго перезарядка. Они же добежали. Ты кого сейчас качаешь? Я? Подрывника. Все еще. А я палачу. Блин, у меня что-то с интернетом лагает вообще. Ой, кстати, тоже, да, что-то есть. Что-то вы, ребят, какие-то вообще убитые. Вы уверены, что вы играть хотите? Мы пили. Мы пили, мы в бане были. Вообще-то после этого ты должен быть бодрый и довольный, а вы что-то это... Нет, бодрый и довольный это когда ты в бане, а после бани ты немножко или чуть-чуть устаешь. Вообще после бани этот... Завтра мне работать, кстати говоря. Да, меня тоже на смену.
Я из-за этого немножко ругаюсь, потому что я сегодня назаписывал Сабнафтику, Майнкрафт с Шуриком. С вами вот сейчас World War Z пишу. Блин, а завтра на сутки на смену. Бляха-муха. Сзади. У вас эту сетку, похоже, сломали. Какую они там сломали сетку? Ну, зомби пробежал один. По крайней мере. Ну, бежит по делам. Они пробегают иногда. Дайте расставлять, я поэкономлю на оружие. Угу. Так, сетку сюда. Все, еще одна есть. Да. Сейчас еще одну поставлю. Мне как раз на две штучки хватает. Все, все сетки готовы. А нет, еще одну вроде надо. Да, еще одна нужна. Ну или я там постою. О, блин, я ж патроны не купил. Все хватает пока патронов? Нет. У меня 50 штучек осталось. Сейчас куплю. А потом буду копить уже на следующую. Я знаю, где стоит прогон. Зараза. А у меня патрон много, потому что я почти не стрелял. Почему ты очень не стрелял? А я сзади держал вот этот проход, и сюда не так много народу добежало. А учитывая, что я с дробовиком, вдаль я особо не стреляю. Так что, как-то так вот. Так, и там кошка, что ли, барагозит, блин, не помню. Все, что ли, 7 секунд, возвращаемся. Что такое? Вернулся, успел. Блин, я говорю, за кошки, представляете, пришлось со стола убрать. Киньте мне приглашение кто-нибудь, я что-то отрубился. А как тебе его кинуть? Ну, не знаю. А я не лидер. Я не могу, я не лидер. Они не лидер, похоже. И я тоже не лидер. Он мне говорит, вы не лидер, вы не можете. Да, что-то печально у вас с интернетом. Странно, у нас вообще, по идее, нормальный интернет. Что-то конкретно. Не, самый нормальный интернет у меня. Вот. А вот с электричеством не все хорошо. А что с электричеством? Да черт его знает, иногда вырубают. Я этот ИБП собираюсь купить. Так сказать. Mm-hmm. Ну, сейчас вот. Что ли? Ну вот, зарплату должны в понедельник перечислить, схожу, приобрету. Нет. Ты говоришь, часто что ли вырубают? Ну, вчера два раза выключали. Ничего, что-то у вас прямо... Что-то да, непонятно. Причем, знаешь, ненадолго выключают. Ну, не настолько. У меня ноль, кстати говоря. Скримера прибьете? Далеко слишком или что? Я его убил, да. А, он где-то заорал просто. А где заорал, непонятно. У меня один раз вообще было, я не помню, весело, когда на Сабнафтике я начал сохраняться, и в момент, как сохранение идет, у меня бац, свет моргает. У меня чуть сердце не остановилось, блин. Считаю, сохранение пропало. Ну да, там же одно всего сохранение на игру. Все, что нажито не по сильным трудом. Знаешь, после Dying Light, когда у меня то сохранение пропало, у меня тут это, как это, легкая истерика выпрыгивания в окно была, блин. Второго раза, третьего раза, я боюсь, сердечко не выдержит. Ну, говорят, типа, надо папочку сейв дополнительно куда-нибудь сохранять. Типа, и будет нам счастье. Еще один ловец. Это да, надо бы, надо. Но я себе источник лучше, источник бесперебойного питания приобрету. Обидели Хиродзи. Ушел Хиродзи. Куда? А, Сергей пришел? Нет, Сергей был, это я был за него, мне почему-то не дали за него играть. Мне на выбор дали какую-то блондинку. Какой коварный Хиродзи оказался. Я не понял, Кир, ты что, выбрал блондинку?
А я что-то, кстати, да, я же мог персонажа выбрать. Не знаю, почему не выбрал. Да, славился Кирилл, спалился. Давайте, давайте выскиться. Огонь. А, не по очереди, да? Похоже на то. А, добыскивать? А, обыщите тела. Ну, и ИБП, кстати говоря, я тебе скажу, что, в общем-то, он тоже ведь не этот, не панацея, он только минут 10-15 держит. Так мне главное, чтобы сохраниться успеть, господи. Как говорится. Там бы успеть взять. Блин, у меня же ничего не качается вроде. Может, обновление опять он скачивает? Красиво, а, пулемет взорвал. Сими ты имеешь в виду? Я не знаю где. А, все, обыскали. Я хочу пустить меня. Ой, я свой, не бей меня! Я же не в тебя, я в зоне. А все, плевалка промахивается. Особенно когда он за забором стоит далеко. Да ладно, тут я держу, вы с другой стороны смотрите, чтобы никто не прорвался. Чуть с предыдущего Бордерленда стою, думаю, гранату надо туда кинуть. Ага. Да, гранат здесь радикально не хватает. Или песика послать. Блин, почему здесь, кстати, еще вот, если не задел на будущее, будут добавлять этого персонажа с пестелем не хватает какого-нибудь? Так его ж сожрут мгновенно. Класс, класс. Не, ну, во-первых, кстати, тоже клево. Помнишь этих доберманов из Resident Evil? Ну так и толку. Что если ты хочешь зомби-песика? Ну а почему нет, если ты им будешь управлять? Нет, можно как в этом Рассвет мертвецов, когда там псы были, так сказать, вне зоны доступа зомби. Там, правда, это никак в боевом плане не обыгрывали. В смысле, вне зоны доступа зомби, это как? Ну, в смысле, они на животных не реагировали вообще. А, ну да, кстати, вариант. То есть, если... Ну или там типа этот вирус на них не распространяется. Ребят, я тут экипировку приобрел. Сумки со снаряжением. Возьмите, кому надо. Не, мне не надо. У меня коктейль Молотова просто прям это вообще такая имбища жуткая. Медика нравится. Долго горит, блин. Долго работает, хорошо сжигает. И, кстати, я коплю эти. Блин, не, опять отключено. Да что такое-то? Может, у тебя там тупо этот контактик где-нибудь отходит? Банально. Да вроде нет. И Кирилл превращается в Марин. Пригласить? Сейчас. Пригласите. Да. Приглашай, да. Пригласите. О, аптечка. Эх, Марч бы сейчас психанул. Куда, говорит, сволочь, аптечку тянешь? Так, я как обычно, центральный вход слева держу. Да, это кто там такой злобный наверху? Блин, все время забываешь, им по ногам надо стрелять. Я опять в японца превратился. Кирилл, ты этот полиморф. Морфинг. Из доты. Нормально. Пулемет этого танка закарампуцал. О, крикон на крыше. Слева. Есть кому прибить? Или уже прибили? Я пытаюсь. Знаете, вроде, кстати, да. Что клево? Вот когда вот такое отключение есть, не этот. Не вырубается комп, а просто вот именно отключилось. То он мне дает, короче, этот. Показывает, сколько у меня там припасов. Ну, короче, сохраняет прогресс и прогресс оружия. И я вот только что, короче, осапнул оружие. Вот. И зашел уже с обнутым оружием, которое я настрелял там. Хорошо.
Это хорошо. Вообще прикольно, мне тоже нравится. Опять я эту вонючку распотрошил. Готово. Че, наверх еще один пулемет поставим? Ну сейчас. Или последняя волна, тут потом пойдем. Ну да. В принципе, действительно, нафиг надо. О! У меня, кстати, есть этот. Давайте оружие третьего тира возьмем. Ненавижу дробовик, давай. А мне нравится. Автомат, что мой винтов возьму. Раз открыл папу. Когда ты был, папу любишь. А ты видишь, да, прокачиваем или нет? О, да. Кстати, видишь, прокачанный автомат. Был папа, видишь? Прикольно. Ой, а у тебя штурмовой дробовик, у тебя штурмовой дробовик тоже очень много. Так у меня такой же, господи, чё-то. А вот я, кстати, не прокачанный вижу. У меня? Нет, у меня видится не прокачанный. Ай, помогите, блин! А, нет, не надо. Я забыл. А чё, встал? Они когда, у меня умелка, когда они меня опрокидывают, я могу, встаю, расшвыриваю всех. Кирилл, у тебя тут точка вообще валяется? Да, я ее выронил, но я не могу ее обратно поднять. Я тоже не могу поднять. Ну, потому что оно сразу этот, купить средства обороны. Ну, походу, все, это аптечка потеряна, что. У меня написано, аптечка уже есть. На нее прицелом наведитесь. Прицелом. Ну и что? Мы пытались по-любому. Да? А мне он пишет аптечка. Он мне именно пишет, что аптечка есть, поэтому взять не могу. А, да, отсутствует. Слушай, ты прав, да. Все. Именно прицел навести надо. Да. Иногда меня надо слушать. Не слишком часто, но иногда все. Она отдела не получается. О, крикун сверху, справа. А теперь у меня не стреляет. Я вылетела, что ли? Нет, ты на месте. Нет. Меня не стреляет, меня не работает. О, боже мой. Что происходит? Мне не нравится эта тенденция, блин. То, что мне раз в месяц сломается или, блин, клавиатура, или мышь. А вот, кстати, прокачанный штурмовой дробовик. Он становится чуть ли не как вот это вот, тяжелое оружие, есть же там дробовик Тайга 12, по-моему. Этот прокачанный обычный. Блин, 25 зомби в ближнем бою, когда волна кончается. Да, болт с ним, уже поздно. Умру, но побью. Окей, Тане не мешаем. Ну я тоже вот троих, я троих убил. Четверых. Пятерых, шестерых, мало. Я иду, я иду. Я подниму. Все, уже поздно, уже не вот. Вы плохо помогали. Я вот старалась изо всех сил. Я убил шестерых. Этого было мало. Ну что, пойдемте? Да, идем. Не знаю, мне дробовик в целом нравится. Но он именно что ближнебойный, зараза. Слишком ближнебойный. Штурмовой дробовик вот с магазином и с этим, вот он прям вообще классный. Мне прямо нравится. Так, все остальные нет. Покупаю. Так, во-первых, сумки с снаряжением, во-вторых... Опять отключено, да что такое-то? О, Кир. Но у меня ничего не качается, блин, ничего. Прикалывается, что ли? Одна решетка есть. Процессор, вот ты потерял припасы. Так, вторую решетку сейчас куплю. Кинь приглашение. Сколько тебя можно приглашать, а? Цаца какая. Главное, покрохи, короче, мне выдается вот этот вот голда. По чуть-чуть. Ставлю третью решетку. Оружие постепенно этот. Прокачивается тоже по чуть-чуть. Все три решетки установлены. Electric grid is set.
Мы, кстати, там же около ворот вообще еще ничего не делали, да? Печально. Ну что, левая сторона моя. Так сказать, вдаль мне стрелять смысла особого нет, так что... А что там у нас? Тань, ты подойди, может? Пока тебя не съели. Я припасы, оружие ставил, патрон. А. Там просто за тобой ловит. И моя, что моя винтовка, да, пропала? Не знаю. Так. Да, припасы я могу подобрать, а вот этот не могу. В смысле? Спасибо. Таня, что я тебя не вылечил? Я знаю. У меня вообще все глючит конкретно. Я не знаю, в чем проблема. Ну, короче, похоже, нормально сегодня поиграем. Блин, помогите, хелп, сзади танк. Спасибо. Наверное. Так, еще раз. Может, это наш здравый смысл? Мешает о, нам. О, есть. Играть. Говорит, иди спать. Уходи. Что завтра на работу, я не удивлюсь. О, смотри, они на нас писано, на суворов захавали. Нам нельзя их совсем без защиты оставлять. Мне завтра с двумя детьми разбираться. Что там разбираться? Детский киллер. А ты наоборот больше помогает. Детский киллер, Таня, решит ваши вопросы. Не, я просто думал, свалить может куда-то. Что, дома сидеть, что ли? Можете, но я-то дома буду сидеть. О, ой. Там, это моё. Ну, так. Пойду-ка немножко пулеметов поставлю. Около основной, так сказать. Около ворот. Делайте защиту тут пока, я потом это... Там... Сделаю, короче. Нет, мы пришли сюда, тебе тут все портить. Мы будем мешать. Да, я так и думал. Да, давайте решетки ставить. Там же все хватает, там решеток, да? Там все три штуки стоит. А на этого поставили автотурель, которая на этот на заборчик смотрит. Да, стояла. Вроде стояла. Стоит. Короче, вроде все стоит, что нужно по минимуму. Стоит, да. Ну вот куда можно, короче, проволоку поставить? Да много куда. Да, вот здесь. Сейчас ты бы ее не ставил, они ее загрызут, так сказать, снесут, она ж пассивная. Нет, я просто хочу посмотреть, Марь же говорил, что типа тут их негде задержать. Есть, по-моему, где. Ну, вот если колючку расставить, то в принципе вроде нормально. Таня, по-моему, тебя там выцепляет. Вот этот вот. Ага. Поганк. Да, он самый. А мне, кстати, нравится с дроном ходить, я могу это вообще не бояться, короче, чувака. Отца. Ага. Дрон его, по идее, за этого. Станет? 50 зомби с помощью снаряжения. Это я хорошо поставил эти штуки. Ну, у меня такое говно не соединение. Ой, откуда? А, снизу. Странно. Не забывайте спихивать этого. Чего? Что делать? Ну, на сетке тоже убивать. Танк, что ли, там? Да. Давайте еще немножко. У кого снаряжение еще есть? О, блин. Блин, дайте мне толпу. Вон вот толпа. Он кинул в них коктейль. А какое снаряжение? У меня только этот коктейль Молотова. Чем мне еще их убить? Вот там толпень бежит. Сейчас я попробую. Сейчас куда они побегут? Вот. Не стреляйте в них пока. Танцую, блин. Есть все. Все есть? А, ну слава богу. У меня дрон пистолетом убивает. Черт, пулемет снизу разрядился.
О, ворота. Сходишь, Кир? Пойду, схожу. Нет. Моя турелька. Или твоя. Блять. Я отрубился, господа. Идите, кто-нибудь сами идите. Тань, ты пошла? Блин, вот вы сейчас, короче, получите за оборону столько, короче, всех ништяков, а я... Это, короче, как зарплату выдавать. Или все сразу, или маленькими кусочками по 150 рублей. Вот это вот мне как будто это, зарплату по 150 рублей выдают. Главное, я уже вторую пушку потерял. Таня, кинь приглашение, пожалуйста. Да кинул уже. Как Мальчик там не объявился, кстати. Как пробовал ты там, нам кстати. Надоел. О. Прикинь приглашение, кинь приглашение. Так, меня кто-то жрет. Кто? Где? А ты где вообще? Ой. А что, волна началась, что ли? Ты где вообще? Нет, 43 секунды еще. Нет, два лофта и до хрена зомби. Нет, 38 секунд. Очень странно. А у меня и даже этих секунд нет. У меня реально, у меня нет секунд, посмотри, Кирилл. Чё-то с игрой вообще беда какая-то. Нет секунд, короче, вообще ничего. Так, я вернулся. Таня, ты где там? Я не знаю, где, в какой-то вселенной параллельной, не с вами. Короче, айда на этот, на помостик. Подмостки. Идите сюда, хватит там. Хоть там бегать. 5 особых зомби выстрелены в голову. Смешно. Из дробовика, ладно. Дальше я прикладом приложу. Троны возьму. Патр, кстати. А, не, мне не надо. Я уже взял, видимо. Он орёт. Не орёт. Уже не орёт. Выстрел в голову убил? Ты вроде убил. Ну, я похоже, да. Убил. Вы убили крикуна. Я убила крикуна. Не ты. Понял? Я выстрел в голову. Что с тобой заделывать надо? Я убил токсика. Выстрел в голову. Ушли. Как же все-таки долго перезаряжается дробовик. Чудовищно. Особенно, когда ты его полностью израсходовал, так сказать. Mm. Блин, мне срочно нужно три коктейля молотова или эти мины клеймор. У меня тоже есть на прокачке. Ты короче скачаешь? Этого плач... истребителя. Я даже не помню, как менять коктейли или какие-то мины. Где ставить? В умелках там? Блин, да как они там прорвались, блин, там пулеметов в херо гара, елки-палки.